С 14 апреля, то есть с сегодняшнего дня, за ребенка, который находится на улице без сопровождения взрослого, родители будут привлечены к строгой ответственности. Подробнее в нашем сюжете. Сотрудники правоохранительных органов ежедневно патрулировали улицы и предупреждали людей, чтобы они и их дети не выходили из дома без веской на то причины. Однако устные замечания не дали результатов. Если ребенок играет на улице, идет в магазин или выходит на улицу без причины, его родители будут нести ответственность. В связи со сложившейся ситуацией, если несовершеннолетние дети будут находиться на улице без сопровождения взрослых, то на их родителей будет возбуждено административное дело, и документы сразу же будут направлены в суд. На первый раз штраф составляет 10 МРП. Если же это повторится, то мера наказания будет арест до 15 суток. Региональное управление образования также работает над тем, чтобы дети могли всесторонне развиваться, находясь дома. В этой связи различные дополнительные спортивные и творческие кружки проводятся дистанционно. Мы разработали план мероприятий для развития детей, поэтому хотелось бы попросить родителей, чтобы они проследили за выполнением всех заданий. В целом, за первый квартал текущего года в области было совершено 2159 правонарушений с участием несовершеннолетних. Специалисты говорят, что в этом году этот показатель значительно снизился. В это непростое время мы обращаемся ко всем родителям подойти к данным вопросам со всей ответственностью. На брифинге были также подняты вопросы о предпринимаемых карантинных мерах. Стоит отметить, что на дорогах, ведущих в районы региона, установлено 38 контрольно-пропускных пунктов. На постах было осмотрено более 212 тысяч человек и более 111 тысяч автомобилей. Было выявлено 214 нарушений, из которых по 136 были наложены административные взыскания. Дарья Кинченбаева, Руслан Бегалов, Жамбыл Ньюс.